Россия продолжит оснащать Кубу современным вооружением и военной техникой. Это сегодня подтвердил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства Кубы Рикардо Кабрисосом. Глава российского военного ведомства отметил, что Москва считает Гавану надежным партнером и будет активно развивать военно-техническое сотрудничество. Наши встречи в военной сфере развиваются достаточно активно. И мои встречи в Гаване в феврале этого года подтвердили наше общее стремление к расширению партнерских отношений и партнерских связей в военной и военно-технической сфере. У нас есть богатый опыт подготовки кадров, кубинских кадров в разных учебных заведениях. Надеемся продолжить эту хорошую традицию. Сергей Шойгу также пригласил кубинскую делегацию на празднование 70-летия Победы. Глава военного ведомства поблагодарил Рикардо Кабрисоса за то, что Куба не искажает историю Великой Отечественной войны.